Друзья, давайте встретим главную пару нашего вечера, которым ничего не помешало, пусть даже в таком скромном формате, провести свою свадьбу. Вахит и Лиля, наши молодожены! Встречайте родственников нашего жениха, дядя Володя и тетя Люда, со своим поздравлением. Счастья и дай Бог вам здоровья. И с детишками не тяните, пока есть у вас время на карантине. Занимайтесь. Вот вам наш подарок. Бутылка в Италию. Ты шутишь? Я шучу, шучу. Сейчас мы им отправим. Подарочек. Спасибо, дядя Володь. Пришло, пришло. Классный смайлик. Из этого не проходит ни одна свадьба. Готовьте ваши фотоаппараты. Танец любви. Танец наших молодоженов. As I look into your eyes, I see all the reasons why. Гулка! 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 А теперь музыкальный подарок от друзей жениха. Вау, вау, вау. Пчеловод, а мы любим мед. Нам не повезет. Музыкальный перерыв начинается флешмобом в честь наших молодоженов. Все повторяют движение за мной, сидя за столом. Поехали. Раз, два, три, четыре. Друзья, не сказал самого главного. Кто будет лучше повторять, тот получит от молодоженов вот такой вот набор в подарок. Макарошки и туалетная бумага. Попробуем еще раз. Поехали. И раз, два, три, четыре. Другое дело. Рука пошла. Раз, вторая рука пошла. Молодцы. И ножнички. Раз. Кто лучше всех повторял, к сожалению, определить не получилось, но совершенно точно, что хуже всех оказались друзья жениха, и по правилам нашей игры они оштрафованы. Следующие 10 минут они должны сидеть в масках. Неважно каких. Отлично. То, что нужно. Это сегодня ждет всех проигравших. Друзья, сейчас традиционное голосование за первенца наших молодоженов. Все очень просто. Если вы хотите проголосовать за мальчика, карта привязана к номеру жениха. Если вы хотите проголосовать за девочку, карта привязана к номеру невесты. Если вы хотите проголосовать за двойню, карта привязана к номеру ведущего.